Марген Штерн не признает вину по делу о пропаганде наркотиков. Об этом заявил адвокат рэпера Сергей Жорин. Административное дело против Моргенштерна возбудило управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка. Поводом стали клипы «Розовое вино 2» и «Фэмили». На мне майка белая, но это не ГТХ. Вижу тачку на моя, но это не ГТХ. 10 пушек на штанах, но это не ГТХ. Я в игре прям как рокстар, но это не ГТХ. Тебя чап на деле, супы гейм на деле. Собрать всех их суч, суч. Собрать всю их зелень, зелень. No, hit me, get that, huh?